Накрытые скатертью столы ломились от еды, но те, кто за столом сидел, все были голодны. Из ртов голодных тут у всех текла на стол слюна. Никто не мог сам что-то съесть или попить вина. Мешали людям здесь воду колодки на локтях. Лишь дотянуться до еды могли все кое-как. Но в рот себе еду, увы, никто не доносил. Не гнулись руки, и, рыча, все падали без сил. Спросил тут ангел старика: «Ну как тебе в аду? Теперь пойдем посмотрим рай. Тебя я проведу. Не удивляйся, старый друг, там тоже ничему. Спокойно все ты принимай и к сердцу, и к уму». И вот теперь огромный дом, но только посветлей. Вот снова здесь столы стоят, накрыты для людей. И тут колодки на локтях у всех, кто за столом. Но только радостные все, веселье полон дом. Внимательно смотрел старик и вот что увидал. Друг друга каждый здесь кормил, из рук еду давал. Тянулись руки через стол соседа накормить. И не стеснялся здесь никто, если хотел попить. Сосед напротив наливал вино в большой бокал. И другу на прямых руках легко передавал. Старик был очень изумлен. И ангела спросил: «Зачем те люди, что в аду, себя лишают сил? Они ведь могут, как в раю, друг друга накормить. И кто мешает им, как здесь, всем так же дружно жить?» На это ангел старику ни слова не сказал, и только лишь шепнул: «Пойдем», и рядом зашагал. Они вдвоем вернулись в ад, и ангел прошептал: «Задай любому здесь вопрос, который мне задал». Старик приблизился к столу и крайнего спросил: «Зачем, ответь мне, человек, ты тратишь столько сил? Ты можешь руки протянуть, любое блюдо взять, но не ко рту его нести, а ближнему отдать. Его покормишь через стол, а он потом тебя. Вы будете прекрасно жить, послушайте меня». В ответ сверкнул из-под бровей безумный дикий взгляд и зашипел один из тех, кого послали в ад: «Ты что, старик, с ума сошел? Ты хочешь, чтобы я кормил едой из рук своих соседа бугая? Пускай я буду голодать и буду без вина, но не получит здесь никто ни крошки от меня». Отпрянул в ужасе старик и ангела позвал: «Спасибо, мой крылатый друг, я все здесь повидал. Теперь я понял, что в душе у всех свой рай и ад. Прошу тебя, верни скорее меня домой назад». Вот так и в жизни на земле. Одни хотят всего, но не доходит до ума ни капли из того. Живи, даря себя другим, и будешь счастлив сам. Ведь помнить люди на земле нас будут по делам.